Всем привет, дорогие зрители! Я сейчас нахожусь в районе Тосмор. Нашел тут четырехкомнатную квартиру 3 плюс 1 в новом проекте, который был сдан в 2019 году. Здесь у нас большой балкон. Так. Бассейна тут нету, есть детская игровая площадка. Расстояние до воды, до моря. Тут у нас песчано-пляж районе Тосмор. В той стороне вся инфраструктура, маркеты, рестораны и тому подобное. Максимум до воды здесь 400 метров, может быть и 350. Отсюда вниз спускаетесь, отсюда дорога есть. А 101 магазин здесь. Так, 3 плюс 1. В квартире повсюду ламинат. Просторная. Вот окна, термопакет. Кусочек вида на море. Так. Огромный зал. Почти отдельная кухня. Гранитная столешница. Инфраструктуры тут нету. Второй этаж. Сейчас вызову лифт, покажу вам также лифт. Вот такой красивый лифт, вместимость 10 человек, но максимум, скажем, 8. Тут у нас первая спальня. Тут как минимум 11 квадратных метров. Она в длину. Также выход на балкон. Сторона здесь восточная и южная. Первый санузел без душевой кабинки. Здесь у нас второй санузел с душевой кабинкой, большая. И сюда ставится стиральная машинка, проточный водонагреватель или бойлер. Это у нас детская спальня, здесь где-то 9-10 квадратных метров между ними. Вид на соседний проект. Открытая парковка снаружи только у нас. И хозяйская спальня, тут я уже отмерю. Так. Посмотрим, главное, сколько хозяйская. 13,5 квадратных метров. Сторона восточная. Это кусочек вид на горы. Второй балкон. Время съемки 10:30. Тихо, спокойно. Дороги, машины не проезжают. Тут рядом есть парк района Тосмор. Итак, дорогие зрители, я потом спущусь, покажу вам фасад здания. Сразу скажу, цена 105 тысяч долларов. Айдат здесь 150 лир. Может быть 100, потому что ничего нет, но скажем 150.
Так что досматриваем до конца, ставим лайки и комментируем. Так, есть детский парк. Вот такой фасад здания. У нас дорога с этой стороны и с той стороны. Вот так спускается вниз. Отсюда видно море даже. Все, дорогие зрители. Всем пока-пока.